وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله. إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. الحمد لله الذي أنشأ وبرى وخلق الماء والثرى وأبدع كل شيء وذرى. لا يغيب عن بصره صغير النمل في الليل إذا سرى، ولا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. خلق آدم فابتلاه ثم اجتباه فتاب عليه وهدى. وبعث نوحا فصنع الفلك بأمر الله وجرى. ونجى الخليل من النار فصار حرها بردا وسلاما فاعتبروا بما جرى. وآتى موسى 9 آيات بينات فما ادكر فرعون وما ارعوى. وأيد عيسى بآيات تبهر الورى. وأنزل الكتاب على محمد صلى الله عليه وسلم فيه البينات والهدى. فأصلي وأسلم على نبيه المبعوث في أم القرى وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والورى. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نسأل الله العلي العظيم أن يعيذنا وإياكم من النار ومن خزي النار، اللهم آمين. دراغي براتيا، بيرو سورة في قرآن سورة البقرة начинается с ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. Начинается поистине в этот книга, книга Аллаха Азза ва Джал, нету райб. Райб — это малейшее сомнение, нету в Коране. На сегодняшний день смотрим, у людей есть сомнения в очень много вещей. И в основные вещи там столбы иманом, столбы исламом и так далее. И даже если человека приборолуют это сомнение и ширк, начинается там по телевидению, по ютуб, по, не знаю, какие-то там средства, какие-то там сообщения, какие-то письмо, как ты смотришь, до человека доходит. Мы и наши дети даже под одеялом находимся, у нас есть телефон в руках, который доводит до нас вот такие проблемы, сомнения в Аллаха Азза ва Джалла, и в книгах Аллаха, и в ученые, и в мазхаба, и остальные, и убеждения этих людей, и этих людей. И как уточнить этот вопрос? Валлахи, братья, это называется хутуат и шайтан. В 3 аята в Коран, 2 аята в сурат Аль-Бакара, 1 аята в сурат Али-Имран, Аллах Азза ва Джалла начинает говорить: «Я айюха нас, кулу мимма фил арди халалан тайиба». Раз. Вторая: «Я айюха ладзина аману, идхулу фис сильми кафа». 2. Третий: ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله. Вот этот аятов неполный, который я читал, 3 аятов. И после каждой из этих аятов вот такой: ولا تتبعوا خطوات الشيطان.
«Иннаху лакум адуум мубин». И не следуйте, и не ходите за шаги шайтанов. Воистину, это для вас явный враг. То есть первый ая Аллах говорит: «О люди, кулу мимма фил арди халалам тайиба, ва ла таттабиу худуати шайтан. Иннаху лакум адуум мубин». Кушайте и пейте все то, что Аллах позволил, то, что даровал вам риск, все, которое срастет от земли, халалам тайиба, путем халал, тайиб, благой, будь, только требует риск, и не следуйте за шаги шайтана. Следующая ая, Аллах говорит: «Я айюха аллазина аману, идхулю фи ссильми кафа». Войдите в мир, войдите в религию, войдите в путь салям. Кафа, не надо думать. Если говорят мир примирения, надо зайти туда. Кафа. «Валя таттабиу хутуати шайтан». И не следуйте, не ходите за шаги шайтан, и не слушайте шайтан. Поистинным он для вас аду, враг, мубин, явный враг, Аллаха сообщил. Третий аят. Аллах говорит про скотина, про скот: «Хамулятан ва фарша». «Кулю мимма разакакум Аллах». Вид скот, который там бывает, кушает ее, и который носит на нее, грузовый туда и сюда от нее, на нее. Ну, кушайте то, что Аллах вам дозволил. Из-за этого животное также халяль не только. «Валя таттабиу хутуати шайтан». Три аятов кончается: «Валя таттабиу хутуати шайтан». Будет шаги шайтанов. Сразу мы все сейчас, когда я говорю о шайтане, все думают о Иблис, ля'натуллахи алей, его потомство шайтанов, каринов, которые с нами и так далее. Нет, братья Аллах, не только это шайтан. Аллах Азза ва Джалли говорит: «Шайатин аль-инс». Вальджин. Есть шайтан до джиннов, есть шайтан инс. Юхи ба'духум иля ба'd. Они внушают друг друга. Даже есть из людей шайтанов. Есть люди, которые внушают тебе сомнения в религии Аллаха, внушают тебе сомнения в братья, внушают тебе сомнения, не знаю, в родственнике, семья, внушают тебе сомнения в ученые, в мазхаба, внушают тебе сомнения в знания, в убеждения. И это вопрос, это шайтан. Юхи. Он делает вот так, как откровение. Он дает тебе потихоньку, потихоньку, да, дойдет до тебя от него информация, которая тебя уберет от пути Аллаха Аззаваджаль. Пусть Аллах спасет каждый из нас. Здесь, братья, Аллах говорит про Коран: «Ля райба фи». Нету в него сомнения. Ни одно маленькое даже сомнение или где-то ты не найдешь в Коране. И Аллах говорит Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, последние три аята сура Йонис: «Коль, скажи, я Мухаммад, скажи и бери это на себя. Коль я айюха нас». Скажу, скажи: «О люди, о община людей». Не «я айюха ладина аману», «я айюха муслимун», «я айюха абидун», «я айюха муахидун». Нет. Разговор здесь не о поклонении, не только поклонение. Все люди, мушрик Мекка, мушрик наш время, который живет, все мушриков, все верующие, все вместе. «Я айюха нас», «о люди». «Ин кунтум фи шаккин мин дини». Если у вас есть малыши сомнения, маленькое сомнение в моя религия, что дальше? Что ты будешь поклонять другая религия Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям? Нет, хашаху. «Ин кунтум фи шаккин мин дини». И Аллах здесь оставил этот вопрос. Значит, у меня не будет шак, у Мухаммада никогда не было шак. И у верующих не должно быть шак, и у мусульман не должно быть шак. А что надо дальше, посланник Аллаха, что Аллах говорит? «Фаля а'буду». «Фаля а'буду ладзина та'будуна мин дуни Аллах. Валякин а'буду Аллаха ладзи ятаваффакум. Ва умирту ан акуна мин аль-муминин». Если у вас есть сомнения в моей религии, я все равно не буду ходить за вас. Я не буду слушать шаги шайтанов, которые... Не буду слушать внушения шайтанов. Не буду слушать ваши слова, которые вы говорите. Я буду только лишь совершить поклонение Аллаха Азза ва Джалла. И все то, что вы поклоняете мимо Аллаха, это дун. Это низкий, еще низкий и низкий. Если смотрите даже мушрик Макка, они, субханаллах, что поклоняли? Камень. Камень. То есть после человека «Валакад карранна бани адам». Аллах сделал человека самым высшим. Да, а после человека в этот мир, где мы живем, на этот планету Земля. Что? Животное. Да. Аллах Азза ва Джалла сделал животное для нас, мусахара. После животного там насекомое, после насекомого что-то, после потом природа, потом не знаю, и потом камни.
и они самый низкий поклонин я сразу совершили камни. Да? Ла ямфа ва ла ядур. Посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям говорит: «Валякин а'буду Аллаха, аллази ятаваффакум». Я буду только поклонять Аллаха и совершить поклонение лишь только единый Аллах, аллази ятаваффакум. Разговор беру очередь о смерти. Потому что они никогда не отрицали смерть. И никто никогда не отрицает. Все даже, которые говорят, мы возвращаемся еще раз, фараоны и другие люди, которые кладут с собой там сокровища, это, ну они знают, что они умирают. То есть поэтому есть встреча с Аллахом, Азза ва Джаль. Есть «Ман кана ярджу лика Аллах». Есть люди, которые ожидают встречи Аллаха, есть люди, которые сбегают встречи с Аллахом, Азза ва Джаль. Здесь он говорит: «Я буду совершить поклонение Аллаху, аллази ятаваффакум», который вы будете спрошены пред него. И я, в том числе Мухаммад, салям, он будет спрошен пред Аллахом, Азза ва Джаль. «Ва умирту», и приказ Аллаха, Азза ва Джаль, для Мухаммада, салям, что он был, братья? Миналь муслимин? Просто? Нет, миналь муминин. Верит в этого. И валлахи, до того Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, позвал к иманам, или позвал люди к таухид, Аллах говорит: «Аман ар-расул», в сурат Аль-Бакара, последние два аята: «Аман ар-расулу амана», уверовал Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, «Аман ар-расулу бима унзиля илейхи мин раббихи валь муминун». Все то, что Аллах не спаслал, он уверовал в этого. И верующие также уверовали в этого, с посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. «Куллюн амана», каждый из них уверовал. По-разному уровень иман. كل آمن بالله والله وملائكته его ангел وكتبه его книга, которую дал Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, и رسله لا نفرق بين احد من رسله. Все посланники, и у нас нету разницы ни между никакой посланник и другой. Хотя мы знаем, что Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сайд бани адам, Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сайд المرسلين, но мы не говорим. Даже посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям в один из хадис говорит: لا تفضلوني على ابن مريم. Не говорите, наш посланник лучше, чем Иса ибн Марьям. Не говорите, хотя мы все знаем, то, что наш посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, лучше всех, да, но мы не должны это сказать. Поэтому «Ля нуфаррику байна ахадим мин русулихи, ва калу сами'на ва ата'на». Приказ Аллаха, слова Аллаха, Коран, хадис, сами'на ва ата'на. Слушаемся и повинуемся, и нету здесь вопроса, но знаешь, ну по логике она у меня не доходит, но это было в то времена, в это времени она меняется. Не должно быть вот этого. Это есть рай. Это есть шаг, это есть сомнение. Человек не должен пускать в себя это, брат. «Валякин а'буду Аллаха, аллази ятаваффакум, ва умирту ан акуна миналь му'минин, ва ан акиму ваджхака лид-дини ханифа, ва ля такунанна миналь мушрикин». Аллах приказал Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, направить лицо именно ханифа, религия, которая отходит от всей религии куфр. Религия, которая оставляет все сомнительные вопросы. Ханифа, яхнуф, хуа ямиль. Ямил, он отходит. Вот кофр стоит, он отходит от него. Сомнительный стоит, он отходит от него. Он не приходит никогда к сомнительным, потом я буду разобраться. Дойду до этого вопроса, потом будем решить. Нету. «Ван акым ваджхака лид-дини ханифа, ва ля такунанна», не будь с числа мушрик. «Ва ля тадъу мин дуниллях ма ля янфаука, ва ля ядуррука, фа ин фаальта, фа иннака идзан мин аз-залимин». Не призывай мимо Аллаха, азза ва джалля, того, который не дает тебе никогда пользу и не принесет для тебя никогда плага, кроме Аллаха, Азза ва Джаль. А если ты это сделаешь, если ты это не касается Мухаммад, если мы это сделаем, то иннака идзан мин аз-залимин. Беру ая, брат, три аята. Беру ая закончилась. «Ва умирту ан акуна мин аль-му'минин». Вторая ая закончилась. «Ва ля такунанна мин аль-мушрикин». То есть первый ай призывает к иман. Если человек оставляет иман и подходит к... Сразу, если оставляет иман, он подходит к чем? К ширк. К ширк. Если ты подходишь к ширк, третий ая: «Фаин фаальта фаиннака идзан мин аз-залимин». Если ты оставляешь веру и приходишь в сомнительный, в ширк, ты являешься из числа валим. Как я вам много раз здесь сказал, Аль-Хаким Лукман, когда говорит его сын, вот хуласат ильми Лукман. Вот выжил все его знания и дает его сын. И что говорит? «Я буняй аля тушрик билля». «О, сыночек, не делай никогда ширков Аллах». «Инна ширка ла зулмун азим». Поистине, это самый большой зулм, который может делать человека, это и есть он ширк. Ширк – это самый худший поступок, который человек может взять на себя. И валлахи, братья, есть ученые, которые именно рассматривают, как ребенок растет в трог мамы, смотрит
женщины, даже если она не беременна, положение матки у женщины, как она бывает. И это ученый, он начал делать тут анализ на этот вопрос и посмотрел в религии ислам. Почему в религии ислам есть там ашхур аль-идда, если женщина в разводе, или если женщина умер, ее муж, она должна в ожидании 3 месяца или 4 месяца после смерти мужа и так далее. Почему? Это что 3 месяца? Почему она сразу не выходит замужем? И он взял и начал посмотреть. Он сделал, начал рассматривать мусульманские женщины. Если она замужем один раз, у каждой женщины бывает внутри, в троп, в матке, бывает у нее отпечатки. Отпечатки этот мужчина. Если она в разводе, вот эта отпечатка, она остается от 3 месяцев до 5, до 6, до 10 лет. Разные у женщин. То есть он минимум уходит 3 месяца надо для этого, чтобы не осталось следей, отпечатки. И он смотрел женщины, которые были замужние женщины, потом в разводе. Он находил у некоторых следы второй мужчина, то есть она вышла замужем еще раз, у некоторых нет. А когда он сделал этого, попробовали это на женщине, которая не мусульманка, которая может, она даже и не замужем, или замужем один раз, он находил очень много отпечатков внутри. И он думал, у меня 3 детей, ну-ка дай-ка посмотрю на моя жена. И взял, позвал своя жена и говорит, надо, я уже сделал на это, я хочу на тебя сделать, вдруг там проблема есть у тебя, вдруг болезнь, мне надо исключить этого. И смотрел, а у него, у его жена, он взял ее молодая, у нее день в Америке, он взял ее молодая, не было до него никто с ней, и посмотрели, у нее есть 3 отпечатки внутри. И взял, начал взять анализ у свой ребенок, отвести на анализ у своих детей. 3 разных детей, у него только 1 ребенок из них его, а остальные 2 не его детей. И он взял, развелся с этой женщиной и решил принимать ислам. Люди, которые хотят искать сомнения в религии ислама, валлахи, это сомнение в конце, она приводит их к религии, потому что это мудрость Аллаха, Азза ва Джалла. Субханаллах, братья, сомнения и шаг, ученые говорят, асабу аль-харам, самый трудный шаг в харам или в сомнение, это беру начало. Когда ты делаешь харам беру раз, он для тебя трудный. Сердце не пускает. Ищешь там фатва, ищешь для себя выход. Это трудно, самый трудный этап в харам. Сумма юсхаль. Затем, если ты продолжаешь, ну, найдешь уже оправдание, найдешь фатва, не знаю, где это, в Шейх Гогол и у кого-нибудь, да, найдешь фатва, да, потихоньку облегчил себя, что трудно, почему я так живу, там, трудно все на меня, ну, все люди делают, я тоже делаю, потихоньку. Сумма юстасаг, затем он станет еще легче, чем был до этого. Сумма юлев, затем ты начинаешь любить этот грех, или это сомнительный высший, или это харам, любить его. Сумма яхлю, затем ты начинаешь чувствовать сладость в грехе. Уже он у тебя, для тебя наслаждение, когда ты его делаешь. Сумма табхас ан харамин ахар, затем ты начинаешь искать следующий харам или следующий сомнительный высший в твоей жизни. И вот что мне здесь один из салаф говорит, если ты оказываешься в положении шахва, страсти где-то, сомнения, харамом что-то, просто повторяй этот аят. Куль, скажи для себя, куль, азалика хайрун ам джаннатул хульд, аллати уида аль-муттакун. Куль, скажи себя, азалика хайрун ам джаннатул хульд, аллати уида аль-муттакун. Вот этот грех, который я сейчас делаю, вот эта страсть, которую я сейчас пробую, 5-минутный или 10-минутный, или час наслаждения я от него положу, это лучше для меня хай, ам джаннатул хульд, аллати уида аль-муттакун. Или рай, который вечно в него находится человек, который Аллах обещал богобоязных людей, который смотрит и наблюдает и оставляет харам. Поэтому Аллах, братья, есть хадис Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Да ма юрибака иля ма ла юрибак. Да, оставляй. Залика аль-китабу ла райб. Юриб, райб. Похож слова, да? Это похоже, это одно слово, глагол в арабский язык. Оставляй все сомнительное. Сомнение, даже не то, что ты уверен на харам. У него есть сомнение, оставляй. Это сомнительный. И именно возьми маля юрибат. Живи с высшей, которой там нету сомнения. Высшей там, которой нету. Ну, брат, здесь не харам, ну да. Он так чуть-чуть путем обман. Ну, он не харам. Брат, ну это не харам. Ну да, надо 1-2 раза врать в день. Ну, понимаешь, ну он не харам. Ну, врать надо. А вранье это не харам. А обман в религии ислам это не харам.
все, которое приводит к такой высшей, в конце концов, это харам. Поэтому, Аллах аль-Азим, посланник Аллаха, салям, говорит, да, оставляй, бросай любой сомнительный высший. У тебя в сердце сомнения к нему? Или ученые сказали, это он не харам, но это макрух, сомнительный. Потому что начало сомнительный, ты потом для тебя облегченный, и облегченный, и облегченный. И все для тебя потом яхлю, потом ты чувствуешь сладость. Есть сладость халават или иман, сладость вера, а есть сладость что? Грехи. А самое удивительное, братья, то, что иман, настоящий мумин, если ты хочешь знать то, что ты уже приближаешься к иману или нет, разные аяты в Коран, но Аллах Азза ва Джалла говорит в этот ая, «Иннама аль-му'минуна, аль-лазина аману биллахи ва расулихи, цумма лам яртабу». Воистину, мумин, настоящий мумин, верующий, какой? «Аль-лазина, те, которые уверовали, аману». В кого? В Аллаха и Расулю. В Аллаха и в посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Сумма, затем что? Лам яртабу. Не пускает в свое сердце никогда сомнения по отношению к Аллаху. Потому что если Аллах запретил, не должно быть так. Ну а почему он запретил? А в это что плохого? Ну тебе не скажи, субханаллах. Валлахи, братья, бывают вот моменты бафатва. Да, бывают моменты бафатва. Я даже пример вам скажу. Потому что задали мне этот вопрос. Ну, ты отвечаешь, как надо ответить. Я не отвечаю, как я делаю. Да. Человека после туалета. У него есть вода, есть кумган, есть, не знаю, гигиеничный душ рядом, да? Он должен что? Истинджа делает. Мыться должен после этого, да, рядом. А другой человек говорит, а если есть вода, я могу взять с собой, но если там туалетная бумага, есть там вещи, которые я могу. Можно или нет? Для меня лично, для меня самого, и люди, которые я с ним учился, нет, с водой. Мы всегда используем воду в этот вопрос, и это лучше, и так далее. Да? Это лишнее, что я придерживаю. Да? А что ученые говорят? Ученые говорят, даже если вода рядом, ты можешь взять, и есть туалетная бумага, ты можешь пользоваться туалетной бумагой. Если ты убираешь все грязь или убираешь все нажесть, все это туалетная бумага, то это дозволено. Это не является харам. Бывает вот такой момент, ты просто взвисываешь вот этот момент, он есть. А это есть. Но мы не должны делать то, что нам надо. Мы должны делать то, что сказал Аллах Азза ва Джалла. То, что приказал Мухаммад, то, что я ему сейчас рассказал, это приказ посланника Аллаха Азза ва Джалла. Это из фыка, который ученый сказал. Нет, никак, это не могу. Не, я даже фатва такой не буду ответить. Я буду ответить так, как мне надо. А где аманат аль-ильм? Где амана? Аманат у тебя должно быть в знании. Ты знаешь мнение шафиитский мазхаб, а мнение ханафитский мазхаб. Не надо человеку сказать, вот слушай, вот делай, как я делаю. Вот по ханафитскому мазхабу так, и это самое правильное мнение. Понимаешь? Остальные это бросай. Субханаллах. Абу Ханифа, рахматуллах алейхи, Шафии, Малик, Ахмад ибн Хамбаль, это ученые люди сунна, ахли сунна валь джамаа. Они между собой так никогда не сделали. Они даже потом, Шафии писал в своего книгу в Ирак, в Медина, там, тут. И когда приехал в Египет, он писал другой книгу вообще. Другой фикх он принял вообще. То есть это люди могли, у них насколько смелость было оставить мазхаба, оставить мнение, оставить спорный вопрос, а у нас нет. Нет, слушай меня, блин, вот я шафиити. Если ты ходишь в этот мечеть, ты должен быть шафиит, как и я. Нравится, нравится, не нравится, все равно должно быть тебе нравится. Как так? Да. Мы здесь читаем по ханафитскому мазхабу, значит, все должны здесь ханафить. Субханаллах. Ихтиляфахум. Рахма васиа. Разногласия их между собой, это широкая для нас дорога. Это милость Аллаха открывается, то, что у нас есть и разные мнения в этот вопрос. Вы знаете, когда мы ездим, мы, допустим, направимся в сторону Москвы, Москва, допустим, или Дагестан, или в Чечне, или где-то, Батарас. Если у нас там, представляете, одна полоса туда, одна полоса обратно. И мы едем, и там камазисты попадают, и такие водители, которые вообще, я не знаю, как получили права, тоже попадаются тебе, который тупит, который лево чуть-чуть дает, ездит прямо там, не знаю, как будто он на арба, не на машину, да. И вот это все тебе попадает. Ты как доберешься там до Дагестана, или до Чечни, или там Москвы, там, или Питер, или как ты доберешься? Это очень сложно. Два полоса, одна туда, одна обратно. Хочешь обгонять, не дает тебе, хочешь. А когда вот ты ездишь по дороге, которая там 5-6 полос туда, 5-6 обратно, да? И это ездит уже на 60, это на 40, это на 80, это на 100, это там на 180. Некоторых вообще там 280, еще давит и говорит, почему машина не едет, она что-то не тянет, да? Ну, люди разные. Люди разные, даже за рулом люди разные, даже люди кушают разные, люди разговаривают разные. Поэтому, альхамдулиллах, их ихтиляф,
то, что они между собой, у них есть разногласия, это милость Аллаха, рахма, васи'а. Это широкий для нас милость Аллаха, который он указал. Сподвижник между собой в жизни Мухаммад, при жизни посланника Аллаха, понимали, поняли хадис по-разному. Этот читали намаз там, этот читали намаз. Это держали пост, это не держали пост в пути. Это, не знаю, сократили, это не сократили. И посланник Аллаха, он молчал, когда это сделал, и молчал, значит, он согласился с этой, согласился с того. Он согласился, акар, он говорит, это прав, и это тоже прав. Значит, наша религия, она не религия, братья, пускать себе сомнения в сердце, пускать себе сомнения в Аллаха, Азза ва Джаль. Валлахи, братья, Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, ас-садик, аль-амин. Когда сказали Абу Бакр, ради Аллаху анху арда, когда сказали ему, о, Абу Бакр, что с тобой, друг? Что с Мухаммад? Он говорит там, Исра, Миараж, Палестин, Шам, где то он был, где только не был за один ночь. Это что такое? Он еще не встретился с посланником Аллаха, салям, ни с ним ничего не виделся. Он это сказал? Они говорят, да, он это сказал. Он говорит, если он это сказал, я верю в него. Они говорят, как так ты веришь? Просто так ты веришь? Он говорит, да. С нами, в отношении к людьми, с нами он жил. Он никогда не врал. В отношении людей между собой. Он не врал. Как он может врать в отношении Аллаха и ангелов, и Ба'ас, и Рисаля? Как он может придумать там вахи, откровения, придумать там Исра, Миараж? Он как? Если он просто в отношении с людьми читал то, что это ненормально. Это харам врать людей между собой. Отсюда, туда, свести, навести там смота и так далее. Он читал, это харам. А как в отношении к Аллаху? Вы думаете, он будет врать на имя Аллаха? Или на имя Джибраиля, алейхиссалям? Или на имя ангелов? Или там на остальные посланники и остальные? Они все помолчали, братья. Абу Бакр верил в посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, как посланник. И верил в него то, что он ас-садик аль-амин, который никогда не сказал, не врал и никогда не обманул в аманатов. А на сегодняшний день, братья, у нас есть. Ну, это что, сунна? А, ну, значит, она не важна. Кто сказал, сунна не важна? Аллах, азза ва джалля, в Коран говорит, «Вама янтыку аниль хава». Янтык, он даже слово не выходит от него, просто так от себя. «Ин хуа илля вахьюн йоха». Воистину, все это вахи от Аллаха, азза ва джалля. Валлахи, братья, положение людей в судный день. Знаете положение? Все практически знают положение людей в судный день. Когда уже наступит момент, все говорят, что? А? Нафси, нафси, нафси. На, повторяю, даже посланники так говорят, кроме Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, «Ана лаха, я для этого, я для шафаати здесь и есть среди вас. Я здесь жду, чтобы делает заступничество за мои умма, за люди, которые есть грехи, за люди, которые там где-то уступили, где-то люди, которые...» Я для этого, Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит. А каждый будет сказать «нафси, нафси». А мы сегодняшний день, братья, живем в состоянии судного дня «нафси, нафси». Спасти себя, спасти свои шкуры. Они без разницы. Это брат неправильно делает. Я не буду ему делать наставления. Это брат вот там, он ходит. Ну, пускай ходит, мне какая раз. Самый главный я. Субханаллах. Валлахи л-азим. Посланник Аллаха, саллаллаху салям, никогда не сделал. Когда жаназат яхуди, когда иудеи, мертвый человек пришел мимо него, он встал. Они ему говорят, ну, это не мусульманин, что ты стал? И плакал. Говорит, а почему ты плачешь? Ну, это не наш, это другой. Он говорит, субханаллах, нафсун тафаллят от минни иланна. Одна душа убегала от меня в ад. Я буду спрошен, говорит Аллах, то, что я жил в этот город. И соседи были люди, которые я не доносил для них дава. Дава не только остановит, брат, бадижде, таухид, упождение. Так дава нрав, дава поведение, дава правда, когда ты ему говоришь. Дава, когда ты добрый, дела с ним делаешь, это все дава. Мы работаем с людьми на работу, и прямо человек с тобой работает, и начинаешь ему учить обман, и в религии ислам как обходить, и не все мусульмане, как я только самый молодец, а остальные мусульмане осторожны от них, они все кидала, и я только красавчик, ты понимаешь, будь аккуратно с остальными, только со мной, а? Субханаллах, как ты указываешь человека? Среди мусульманин, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, что говорит? Аль-хайру фия, ва фи уммати, благо остается в Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, и в его умма до судного дня. Второе положение люди в судный дня, что будет, братья? Якфуру ба'дуна би-ба'д, ва яль'ану ба'дуна би-ба'д. Тот человек, который был причина, то, что я оказался где-то в харам или в заблуждении, или тот человек, который указал меня на ложь,
будем, якфур. Я зачем его знал? Я его вообще лучше бы не знал. Ваяда, обус будет проклятый пред Аллаха. Вот это положение. А? Иттабарра аллазина тубиу мин аллазина табау. Я его не знал, это он сам ходил. Я это, я того, я даже шайтан. Камасали шайтан из кала лил инсани укфур. Шайтан сказал для человека, укфур, делай куфр. Враг твой сказал, делай куфр. Фаламма кафар. Когда человек сделал куфр, шайтан что ему сказал? Инни бари умминк. Я тут ни при чем. Инни ахафу Аллах, Рабб аль-Аламин. Поистине я боюсь Аллаха, Господь всех миров. Я боюсь Аллаха, Господь миров. То есть шайтан даже когда сказал, человек делай куфр, когда человек делает, он потом в конце отрицает человека. Я тут ни при чем. У тебя есть акль, есть мозг, у тебя был. Зачем ты ходил за мной? Это ты виноват. И в судный день такое положение, братья. Валлахи Ибрахим, алейхиссалям, сказал для его народ, وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَانَ مَوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضًا وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَصِيرِينَ. Ибрахим говорит его народ, не тяните друг друга в харам, не указывайте друг друга на ложь. Аусян, все то, что вы поклоняете мимо Аллаха, вы это дунья. В судный день, я кфуру, вы будете отрицаться от друг друга. Вы будете сказать, я его не знал, он меня тут ни при чем, я не виноват, он виноват. Ваяляану ба'дукум ба'да. И будете преклонять друг друга. Преклоняйте на друг друга в ахиратах, он пусть будет проклят, того пусть будет так. Это в судный день. Вама'вакум нар. По причине все это будет для вас ад, вама'лакум мин насирит. Никто не поможет вас там в ахират. А на сегодняшний день также, братья, Аллахи, мы занимаемся. Я тут при чем? Я ему сказал, вот мнение такое, он ее подержал. Я нашел мнение в интернете, я ему сказал, такое мнение, брат, но я ее не делаю. Он это сделал. Почему? Указывайте. Субханаллах. Аддал алял хайри кафаили. Указывайте только на благой. Указывайте только на таухид. Указывайте только на суннат Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. Не надо указывать на дурные дела. Не надо указывать на вещи, которые попадаешь человек по причине их в ширк, потом сказать, брат, ну я тебе сказал, ну я не сказал, делай. Я просто чисто тебе сказал, а ты сам выбрал. Выбор было за тебя. Также, братья Аллахи, мушриков, вначале они начали сомневаться и делать сомнения в кого? В посланник Аллаха, саллаллаху алейхи саллям. Аллазина юзуна наби, ва якулуна хуа узун. Они сказали, брат Мухаммад, саллаллаху алейхи саллям, он узун. У него, да, он слушает все разговоры. Кто ему что говорит? Это... Ошибка сделал и пришел к нему, говорит, прости меня, он прощает. Жены ему говорят, он слушает. Это того, он такой узун. То есть это ухо ломает для каждого человека и слушает от каждого. Аллах Азза ва Джалла говорит, коль, скажи им, узунун хайр. Я слушаю для каждого. У меня терпение сидит с каждого слушать его проблема. И за кого-то попросит прощения, или кого-то делает истигфар. Юмину лиллях. Он лучше быть такой терпеливый человек и уверить в Аллаха и в посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Также, братья, что сказали про Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям? Сказали про него то, что «Юаллиму башар». Сказали «Колдун». Сказали «Учить ему какой-то человек». Сказали «Шаир». Он стихи пишет для нас. Аллах, азза ва джалля, что сказал? «Иннаху лакаулу расулин карим». Поистине, это слова Расуль, посланник Карим. Это кто? Большинство ученых говорят, это Джибраил, алейхиссалям. Сообщил Мухаммад от Аллаха, азза ва джалля, Джибраил. Посредник между ними был Джибраил. В другой ая, «Иннаху лакаулу Расулин Карим, зи куватин инда зил арши макин». У него есть сила пред Аллаха, приближенный к Аллаху, это Джибраил. Что дальше? «Вама хуа би каули шаир». Это не слова шаир, стихи. Вы сами понимаете, арабы, что такое стихи. «Вама хуа би каули шаир, калилам ма тукминун, вала би каули кахин, калилам ма тадаккарун». Это не слова колдун и не слова человека, который занимается там гадат на что-то или что-то делает. «Иннаху танзилу мин раббил аламин». Поистине это способны только от Аллаха, Господь всех миров. Акулу ма тасмаун, ва астагфиру Аллаха ли ва лакум, фастагфируху мин кулли дамбин ва хатиа, иннаху хуал гафуру рахим. Альхамдулиллах, иллази хадана ли хада, ва ма кунна ли нахтади, лауля ан хадана Аллах. Аллахумма раббана лак альхамд, фалаула анта махтадайна, ва ла тасаддакна, ва ла саллайна, фа анзиланна сакинатака алейна. وثبت الأقدام إن لاقينا
وصلى الله وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وملأ وحين. Первое сомнение, братья, которые они пытался внушать окружение Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям, самого посланника Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям, то, что он врет, то, что он обманывает, то, что он колдует, то, что он слушает для каждого, это не получилось. Они потом сказали, то, что он не такой великий человек. قالوا لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. Они сказали, если бы Аллаха бы отправили этот Коран, послали этот Коран на один из Мекки или Медина, или Ясриб, или другие места, азим, великий такой, один знательный мушрик среди нас, как Абу Джахль, как Абу Лахаб, как Умайя ибн Халф, вот один такой, конкретный мушрик, Аллах бы сделал это для него, да? Это было лучше. Азим, они считают это великие люди. Ахум яксимуна рахмата Рабби. Аллах говорит, что они делают милость Аллаха, они знают, кто великий, кто не великий. Великий это Умайя ибн Халф, у которого есть много деньги. Или великий человек, который у него есть связи и родственник. Или... А Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям не самый последний род, он самый лучший род в Мекке. Самый лучший тухом в Мекке. Тухом Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Ну за то, что он бедный, сирота был, вырос без папы и так далее, они считали его невеликим. Хотя у Аллаха азим, братья, величество Аллаха азза ва джалля и величество посланника Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям, то, что он в время джахилия до ислама был ас-садик аль-амин, правдивый, который хранил все их аманатов, и они даже сами доверили хранить их вещей у себя, у Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Это разве не величество? И здесь, субханаллах, когда посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям сделал хиджра, приселение из Мекка в Медина. Там один тоже знательный человек. Его зовут Джагилия Хусайна. Хусайна. Это хибри мин ахбар иль-яхуд. Это ученый, из ученых иуды. Сказал имам Аз-Захаби анху, он сказал, это с потомства Юсиф, сын Яакуб, сын Исхака, сын Ибрахим. То есть он не простой человек, он из род Юсиф, алейхиссалям, из рода Ибрахим, алейхиссалям. Он очень знающий человек. Когда люди пришли к посланнику Аллаху алейхиссалям в Ясриб, он тоже пришел среди этих людей. Он тоже смотрел, наблюдал, задавал вопрос. И знал, что этот вопрос только задают их. Он самый сильный ученый среди людей. Потом пришел к посланнику Аллаху алейхиссалям. Тут Аллах говорит в Коран. Люди Писания, «Я'арифунаху кама я'арифуна абнаахум». Они знают тебя, Мухаммад, как так, как они знают твои дети. Я могу прийти дома там и путает мой старший сын с младший сын, со средний сын. Я могу это прийти там. Ну, можно имена так, за то, что ты всегда говоришь, ну, так, посмотреть на старший, который 10 лет или 11, а другой, который 3 года, и скажешь, не, это того, это. Никогда не бывает. Или путаешь мальчик с девочкой, или путаешь твои дети с дети твой брат. Это можно так? Не бывает. Когда он спросил даже Абдуллах ибн Салям, это Хусейна, он говорит, я тебя знаю. Во все твои качества описания я тебя знаю. И также, когда был дядя посланник Аллаха, дедушка посланник Аллаха салям, или дядя посланник Аллаха салям, направился с ним в Шам, когда видели ему Рахиб, один из христианских тоже ученый, он сразу знал, что это посланник. С детства знали, что Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям посланник. А когда Хусайн, который потом назвали его посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям, Абдуллах ибн Салям ибн Аль-Харис, Абдуллах дали его имя, он его зовут Хусайн ибн Салям ибн Аль-Харис, он назвали его Абдуллах, посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям. Когда пришел и все задал вопросы, и уверен был, что это Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, посланник Аллаха, посланник Ахирис Заман, последний посланник, он ему говорит, я хочу принимать твою религию. Он говорит, принимай. Он говорит, нет, до этого сначала ты должен со мной прийти к мой народ, к тухом, к людям, которые со мной рядом живут. И, пожалуйста, ты задавай им вопрос. Абдулла, Хусайн, вот этого, кто среди вас? Потому что будет про меня сказать так, как и сказали про тебя, посланник Аллаха саллям. Он заранее знал, насколько знающий человек. Пришел посланник Аллаха саллям. В его место, где он живет, среди его тухом, спрашивает, Хусайн, это кто среди вас? Скажите мне, авторитетный он человек или никто? Они ему говорят, Субханаллах, Саидуна, ва ибн Саидуна, Хайрана, ва ибн Хайрана.
это наш господин. И сын наш господина, говорит. Его отец и так же был. Он самый лучший из нас, Хайруна. Самый лучший. И его отец был самый лучший из нас. Это человек, который не врет. Это человек, который не обманывает. И начали описывать то, что описали Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, до этого. Другой встал, говорит, тогда вы все свидетели, ашхаду алла илляха илляллах, ва анна Мухаммаду Расулуллах. Признасил шахада, они ему говорят, валлахи, это хуа сафихуна, ва ибню сафихуна. Это самый низкий человек среди нас. И его отец был самый низкий среди нас, говорит. Это человек, который от него блага мы никогда не видели. И его отец также был такой, как и он, лжецом. Моментально, братья, минута прошла, и он говорит, вот, я знал то, что они, меня скажет так и сказали, братья, оба посланника Аллаха. Поэтому я хотел, чтобы ты просто не держал в сердце обида на Курайши, думал то, что братья только сказали. Это кафиров будет всегда сказать. «Валан тарда анка льягуду, валан насара, хатта таттаби'а миллятаху, куль инна худа Аллахи хуаль-худа». Никогда не будет тебе доволен, люди другой религии. И валлахи, я раньше думал, это касается тоже иудеи или христиане только. Валлахи, даже касается вашим семьям на Кавказе. Касается семьям, которые татары, которые не соблюдающие. Семьям арабов, которые не соблюдающие. Наши родственники, все, которые находятся в мрак, в темнота, бус Аллах Аззаваджалли дарует для них хидаят. И дарует для них свет Аллаха, нур Аллаха Аззаваджалли. Только ты начинаешь чуть-чуть, не празднить это праздник, который они празднуют. Ага, он тронулся. Надо звонить там, дурдом отвезти ребенка. Не знаю, что с ним. Обработали его. Вахабиты ему обработали, он вообще стал, он, я не знаю свой ребенок. А когда он наркоманом был или алкаш? Наш, свой пацан, наш. Как мы живем? А в молодость как надо все это делать? Да? Надо пробовать все. А как по-другому? И зина надо пробовать, аузу билля. И алкоголь надо пробовать, и все харамы надо пробовать, и драка надо пробовать, и кража один-два раза надо пробовать. Это все надо пробовать. Наш барин. Мы такие, отец был так у него, и дедушка тоже такой разбойник был у него. Наш человек, да? А когда, субханаллах, Аллах даровал человек хидая, сразу про него психушка. Да лучше вообще посадим, лучше бы ты умер, лучше ты бы не родился. Сафиху на лаибнис, обработали тебя, ты попал где-то в запрещенное место, субханаллах. Человек стал делать омовение 5 раз в день, если не 10-15. Человек стал просить только у Аллаха, человек только стал праздник, который только разрешенный, мусульманский. Человек стал наистинным, Аллах открыл ему глаза на хидая, и ты назовешь ему дурак. Ты назовешь его ума лишенный, ты назовешь его, не знаю, там, обработали его или что-то, поменяли мозг, поставили там флешка другая или что. Как так? Как так? Это было всегда. Валлахи валам тардаан, даже наши родственники, наши близких людей, они никогда, друзья, не будут доволены, пока мы не будем на их религии, мы не будем на их убеждения, они никогда не будут нас доволены. Третье сомнение. После сомнения в посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, после сомнения в род посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, то, что он не великий мужчина, сделали сомнение, знаете, в чем, братья? В Коран. Начали, ну это непонятно, это что за Коран? Так-то любой может писать этот Коран. И Аллах, азза ва жаль, просил вызов для них. И знаете, вызов как был? Аллах Азза ва Джалла говорит: «Бад аузу биллахи мина шайтана ар-раджим, ва ла ин иджтамаат аль-инс валь-джин аля ан яту бимисли хаза аль-Куран, ла ятуна бимислихи, ва лау кана баъдухум ли баъдин захира». Аллах говорит, вот просил вызов. Если соберется инс, все люди, все, которые стихи пишет, кто арабский грамматик, кто не арабский грамматик, и джин, все мир джиннов соберется, они не сможет подобие этот Коран, такая книга Коран, если они поддержка друг друга и подумает, и внушает друг друга, они не сможет делать этот Коран. Молчание, тишина, да, они даже не пробовали. Это вызов они приняли, но не пробовали, даже это делает. Аллах Азза ва Джалл, насколько знает то, что они ничего это не сделают, уменьшит для них вот эту дозу. Он говорит, ам якулуна втара, они говорят, что Мухаммад придумал этот Коран от себя, он сам писал этот Коран, куль фату би ашри суварин мислихи муфтарая. Уже вызов стал не на весь Коран, на 114 сура, вызов стал на 10 сура, любой 10 сур. Не обязательно Аль-Бакара, Аль-Имран, Аль-Маида, можно кулу Аллахат, кулу Азуб Раббил Фалак, Аль-Аср, Ин-Нас, 10 хотя бы сур. Они ничего не могли это делать.
Даже этот вызов для них оказался сложным. Не могли. Аллах Азза ва Джалля, насколько религия Аллах истинна, и там нету райба, нету сомнения, Аллах Азза ва Джалля уменьшает для них вызов, говорит: وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ. Если у вас есть сомнения в то, что мы не спаслали наш раб, наш посланник Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, отдавали его этот Коран и даровали ему, فَلْيَأْتُوا بِسُورَةٍ, одна сура, подобие этот Коран, مِن مِثْلِهِ وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَدِقِينَ. И позовите все ваши шухада, который будет свидетель на такой вызов, на такой конкурс, который соберется. Одна сура, как Кораном. Маленький сура. Сура, это не определенный сура. Любой сура, пускай делает. Вадру шухада акум мин дуни Аллахи ин кунтум садикин. Аллах говорит: фа ин лам тафалу, ва лан тафалу. Если вы это не сделаете, ибо истинным вы это никогда не сможете делать такой Кораном. И даже одна сура из Корана. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. Если вы это не сделаете и никогда это вы не сможете делать, бойтесь Аллаха и остерегайте ад, огонь, который будет разжигаться с людьми, и камень, который Аллах приготовил это для мушриков. Наузу биллахи минаш ширк, братья. Валлахи, братья, на сегодняшний день, просто вся эта хутба, я хотел сказать, что на сегодняшний день, неделю назад или два недели назад, я здесь несколько уроков были про этот вопрос. Саудия, страна тавхид. Да? Валлахи, за деньги мусульманин приглашает женщина из Европы, с условием, то, что одежда, они походят, говорят, аура, мужчина с женщиной там попутали, одежда должна быть ниже колена, выше колена харам для женщин, ниже колена, да, ну, шорты пойдет до колен, да, и там она должна там танцевать, там бисна там быть, там, в Саудии, и просто, и этот бисна был, она есть, я не знаю, братья русскоязычные, иншаллах, у них смелость хватит, сделает приводы это или нет, она делает в биляд аль-харамай. Вот такие слова она говорит. Есть Бог, который называется богиня, женщина. Женщина, Бог, женщина. Почему Аллах, Он, мужской, ангелов, все, не онца, мужской, посланники, все, мужчина. А? Есть Бог другой, который называется женщина. И я призываю ваш Бог, Саудия говорит, ваш Бог, его ангелов, его посланник делает руку и сужут перед нас, перед женщинам. Ширк. За деньги мусульманин, за деньги таухидов оплачиваем, чтобы эта женщина. Субханаллах, она сядет так, и у нее штаны оборвался, и ее сразу отключили микрофон, а она не продолжала. И там, и она сама пишет на своей странице, они меня оттуда не выгнали, по причине, то, что я сказала слова ширк, и сама знает это слова ширк, то, что я сказала, брех Господь, они выгнали просто то, что штаны оборвался, выше колена стал, поэтому нарушился договор. Братья, я был в местах, которые, когда машина падает в яму, неделю, две назад, они не говорят, я Аллах, они говорят, я Али. Они говорят, я Хусейн. Они говорят, я Зайнаб. Вы знали, где это место, да? Да. Места, где живут шиа. Они не призывают к Аллаху. Они явно вот призывают к кому-то мимо Аллаха. Сразу, моментально. Что, машина ударилась, я Али. Что-то случилось, я Хусейн. Что-то, это я того, я того. Я был в город, в центр, где там направляется, делает хаджи, делает умра, там, паломничество, зияратов. И валлахи билляхи, братья, я не видел, валлахи я не видел. Одна, не бакритая женщина, одна женщина, которая без хиджаба. Я видел хиджабов, никабов, шурухи, ходит. Если мужчина ходит, женщина сразу отходит. Я видел воспитание в сторонах, в места, которые явно там не призывают к Аллаху, когда что-то случится. А в сторонах таухид, а места, которые ученые, в места, которые харам аль-Макки, харам аль-Мадани, такие моменты. И потом, какие сомнения не войдет в сердца наших детей? Если мы посмотрим это у себя на телевизор, если мы посмотрим, ну, видите, ну, значит, она там, значит, все хорошо. Поэтому, Аллахи, братья, сомнение, она на сегодняшний день окружает нас, окружает во все наши дела, окружает даже отец, который не говорит сын, рызка от Аллаха, Азза ва Джаль, Аллаха 99 раз обещал рызк. Окружает того отец, который ребенок 10 лет говорит, надо иметь профессию.
а как ты в дальнейшем будешь жить? Он ему не говорит, надо учить Кораном, надо учить Таухиду, надо учить хадисы, в которые отталкивают все сомнения от тебя и от твоих детей, от твоего потомства. Он ему говорит, сыночек, профессия, профессия, а как ты будешь зарабатывать? Субханаллах. У этого сыночек есть ар-Раззак, не ты ар-Раззак. Не я даю мои дети рызг, Аллаха дают меня и их, и все вместо рызг. Надо учить дети таухид, надо возвращать дети к книге Аллаха, Азза ва Джаль. Надо возвращать дети наши и семьям к сунна. Надо забыть то, что мы стремимся где-то в страна таухид. Мы все должны там жить в страна таухид. Надо делать это дома у себя. Надо делать это в город, где ты живешь. Надо думать об Аллахе. И не мешает тебе окружение. إتي نمشي نكو أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب وخطيئة إنه هو الغفور الرحيم اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم ربنا عليك بمن عاد هذا الدين اللهم انصر من نصر الإسلام والمسلمين في كل مكان واخذل من خذل هذا الدين واخذل من خذل المسلمين في كل مكان يا رب العالمين اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك اللهم لا تقبضنا إلا وأنت راض عنا اللهم اجعلنا من الموحدين اللهم اجعلنا هداة مهديين اللهم اجعلنا ممن يرفع راية الإسلام والتوحيد التوحيد في كل مكان اللهم أخرج من ظهورنا من يعبدك ولا يشرك بك شيئا يا رب العالمين اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك اللهم استعملنا ولا تستبدلنا اللهم استخدمنا ولا تستبدلنا اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا رب العالمين يا الله اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وأقم الصلاة وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما